куст деции. Мне, правда, говорили, что будет розовая и белая, но только белая. Правда, цветет не так долго. Вот это его бутоны раскрываются. Вот такие вот цветочки. Вместе с тем, видите, продолжается рост куста. Есть желание вырастить огромный куст. Выращивайте. Я же буду все время приструнивать, обрезать макушечки, чтобы был красивый, компактный куст. Рядышком еще один куст. Видите, какую мощную стрелку пустил. Не дам я ему расти вверх, так как этот куст расположен у подножья моих клематисов и роз. И не хочу, чтобы он их прикрывал. Вот этот кустик самый первый цвел в моем саду. Посадила немножко близко я его к грядке с мелиссой. А мелисса вымахала в этом году. И немного он не смотрится. Вот уберу мелиссу, как только начнет цвести. И кустик будет смотреться. Но оставлять плети большими не хочу. Видите, вот уже обрезала макушечные. Еще буду обрезать. То есть хочу создать ему форму шара. В основании имеет вот такой вот крепенький стволик. Красиво цвел этот очеток, но всему свое время были вот такими вот яркими звездочками. Ирисы уже отцвели. Пришло время цветения ирисов болотных. Вот такой вот кустик красивый. Само растение очень интересное. Рядом покупала желтый ирис, такой же болотный, но пока уже третий год нет у него цветения. Поэтому, если хотите результата более быстрого, покупайте куст побольше. И сейчас покажу большой куст. Куст огромный. Видите, вот они, бутоны. Вот так цветет валериана. Листочки у валерианы. Вот такие вот резные. Но ничего не пахнет. Пахнет только корень валерианы. Если бы этот куст установить отдельно, он бы, конечно, украшал клумбочку. Так же, как украшает мой сад и еще одно лекарственное растение – расторопша. Но здесь рядом огромный куст пиона, занимает много места. Придется его связать, не давать ему быть таким раскидистым. Ирисы отцвели. Теперь они выглядят неприглядно. Не буду давать им возможность формировать семена, а обрежу все цветоносы, так как отнимают силу у корня. Аквилегия отцвела, будет формировать семена. Если есть желание, можно оставить, но я срежу. И оставлю только ажурную листву. Тем более, что куст вырос в одном из кустов хосточек. Разбитое сердце или децентра отцветает. И вот, посмотрите, формирует семена.
Очень мне интересно, как выглядят семена. Соберу их. Здесь у меня две. Розовая и белая. Наблюдаю за морозником. Раскрыты все его бутончики. А вот здесь еще целые. Чуть позже расцвели. Рассыпались семена. Посмотрим, даст, не даст продолжение. Чтобы форма можжевельника всегда была красивая, необходимо его подстригать, обрезать. Видите, как выросли макушки. Подожду еще немного, когда закончится активная фаза роста. И обрежу, сделаю опять круглыми этот можжевельник, как бы визитная карточка моего сада. Мощный, красивый, он говорит, саду не так мало лет. Посмотрите на меня, какой я красавчик и сколько мне лет. У меня две разновидности. Вот такая. И почвопокровная. Почвопокровная тоже уже зацветает. И цветочки такие же, желтенькие. Обязательно надо давать ограничения. Вот здесь находится между двумя бордюрами. И я спокойно никуда не распространится, а будет только там, где мне хочется, чтобы она была. Когда сажаете растения, всегда продумывайте, правильно ли вы посадили или нет. Это малая часть растений, цветущих в июне. Можно рассказывать много, но не буду отвлекать ваше внимание, так как о многих растениях моего сада я рассказывала в других видео. Просто заглядывайте. И если что-то понравилось, берите себе на заметку. Смотрите, три вида зелени. Вербейник, ясколка и очеток цветущий. Красиво? С вами Екатерина. И вот такой вот сюжетик из июньского сада.